В Донецк привезли список чудотворной иконы «Скоропослушница». Образ Богородицы расписали греческие монахи. Святыня будет находиться в Спасо-Преображенском соборе неделю, и потом ее повезут по храмам области. О чудесах, которые творит икона, священнослужители рассказали Елене Витек. Список иконы «Скоропослушница» доставили в Донецк из Греции спецрейсом поздно ночью. Святыню сопровождает лично митрополит Иларион. На рассвете лик Богородицы привезли в Спасо-Преображенский собор. Святыню с самого утра встречают сотни верующих, желающих поклониться образу Богородицы. Собралось вдвое больше, чем вмещает собор. Поэтому в храме образовалась очередь. Метр на полтора. Эту икону Богородицы для верующих Донбасса расписали греческие монахи. Скоропослушница – точный список чудотворного образа, привезенного из монастыря Дахиар на горе Афон. По словам священнослужителей, святыня, написанная афонскими иконописцами, помогает тем, кто страдает от болезней зрения и эпилепсии, а также покровительствует путешественникам. Скоропослушница, потому что очень быстро отвечает на мольбы. Произошла история, когда один человек не очень благоговейно относился к святыне и был вразумлен. То есть наступила слепота. И помолились, и очень скоро Божья Матерь услышала, потому что увидела кающегося грешника. Одним из первых поклониться святыне пришли Костя и Кирилл. О том, что в собор привезут знаменитую икону, мальчики узнали от учителей воскресной школы. Божья Матерь, которая исполняет все, что ты у нее попросишь. Я пришел попросить... Чтоб я хорошо учился и все. Здравствуйте. Вы тоже к иконе пришли приложить? Да. Детский стоматолог Лариса Грачева пришла помолиться за себя и своих пациентов. Медик уверена, вылечить человека могут не только врачи, но и вера в Бога. Проснулись в 5:30 утра, чтобы не опоздать к началу акафиста и к молебну какой-нибудь Божьей Матери. Прося Божьей Матери, чтобы все как бы уладилось с работой, и очень как бы быстро это все исполнилось. Святыня пробудет в соборе неделю, затем ее отправят по монастырям Донецкой области. Елена Витек, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс».